Вот такая у нас сегодня погода с утра. Снежок выпал, морозно, хорошо. Красота. Первый снег в этом году. Всем привет, привет. Какое хорошее сегодня утро было. Со снежком, с новым, свежим, белым снежком. Какая красота. Так, сейчас мы будем готовить салат. Называется салат ореховый. Я до него подготовила, что куриная грудка варена, это куриная грудка копченая, яйца, картошка, морковка, лук маринованный и грецкие орехи я поджарила и трошки покрошила. Все это будем натирать на терку и смазывать майонезом. Значит, первым слоем сделаем картошку. Салат легкий. Я его буду делать на весу. Быстренько. Особых мудреных ингредиентов сюда не надо. Простый, можно сказать, повседневный салат. Конечно, я богато картошкой отварила. Ну, ничего страшного, если даже останется, она не пропадет. Так, картошки слой смазываю майонезиком. Сеточку с майонеза сделаем. Дальше слой морковки потрем. Я люблю морковку добавлять везде. И в окрошку, и в оливье. Она для цвета мне нравится везде. Так, еще одно. Строгого рецепта у меня нема по ингредиентам. А я так, как всегда, делаю все на глаз. Чего-то больше, чего-то меньше. Не принципиально. Слой морковки тоже смажем майонезом. Так, морковку опять смазали сеточкой. Теперь положим мы курочку сюда, грудку отваренную. Можете положить, в принципе, любое мясо. Я так положу все сразу. Смазываю майонезом. Ну, что майонезом не смажешь, все будет вкусно. Так. Тепер слой лука маринованого. Так. Опять сеточка с майонеза. Тепер яйца. Тоже на терочку потрем. Можно отделить отдельно белки, отдельно желтки. Тоже будет интересный вкус, но суть от этого не поменяется. Это так, можно цей салат и на праздник поставить на стол, можно его готовить и так для повседневного употребления. Ингредиенты доступны, ничего тут страшного нема в нем. Дорогого. Яйца везде у всех можно найти в холодильнику. Картошка есть, морковка есть. Орехи тоже есть. Смазываем сеточкой майонезной. Теперь посыпем орешками. Тоже не принципиально, сколько вы орехов сюда вбухаете, кого сколько получится. У меня так, на глаз получается. Опять чуть-чуть майонезика. И мяско копченое. И снова майонез.
И знаете, что, наверное, еще сверху я притрусю цей салат белками, яичными белками. Мне нравится, что все на терочку, все делается быстро. Не люблю я долго стоять готовить. Мне надо такой салат сделать, чтобы все было быстро. Так. Ой, яка у нас пирамида Хеопса получается. Кольца у меня немає для салата. Можно бы, если было бы кольцо, сделать его в такой форме съемной. Теперь мажем майонезом сверху. Це ж у нас був последний слой. І сверху притрусюємо чуть-чуть ще орешками. Отакий салат оріховий готовий. А попробуємо його часика через півтора. Приятного всім апетиту! Рецепт мій, лічний. Ніде його не позаимствовала. Сама придумала, сама приготовила. Так що пробуйте. Оценяйте. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. А я буду дальше продолжать дегустировать.